советская СТшечка К-91. Чем мне этот танк понравился, ребят? Ну, просто, во-первых, его мало в рандоме, я решил, думаю, выкачаю, почему его нету? Ну, он есть, да, но его мало, то есть его мало кто пикает. В основном Бачаты, Проджета, СТБшечка, Леопарды. Ну, и советов что-то я уже вообще в последнее время все меньше и меньше вижу. Но не будем заглубляться. Расскажу вам, почему я именно выбрал К-91. Ребята, К-91 просто не имеет нереальный ДПМ. Сведение тоже молниеносное. Силуэт, наверное, один из самых низких на 10 уровне. Особенно это если СТ-шка. Если вы попадаете в бой и нету ЛТ, то вы просто... Вы ЛТ, короче. Вы просто можете светить, особенно если вы используете оптику. Как видите, у меня оснащение досылатель, стабилизатор и вентиляция. Вскоре планирую купить боновый систему заряжания, в общем. Ну, а потом уже и стабилизатор. Но сейчас досылатель. Чё по перкам? Первое, шестое чувство качаем, потом... Можно маскировку, можно боевое братство, но тут уже вам решать, какое вы выберете оборудование, то есть тут уже отталкиваться от этого нужно. Но я качал, смотрите, шестое чувство, боевое братство, потом уже третья маскировка и пошло-поехало. Некоторые предпочитают вместо вертикальной наводки ставить оптику, рога. Тут уже кто как, персонально пробуйте, испытывайте. Сразу скажу, танк играбельный. В общем, ребят, чё, перейдем к сравнению. К-91 Леопард 140-й. Почему 140-й? Потому что все танкисты, которые давно играют, знают, что 140-го самая быстрая была перезарядка. Это не миф, это правда. Паттон и СТБ. Я вам почему я сравню, потому что я такие параметры хочу отметить, как ДПМ, незаметность и что-то я еще хотел. Я хотел, да, и обзор. В общем, сравнить, конечно, мы не будем, да, тут у всех разные бронирования, все это понятно, туда-сюда. Но начнем. Скорострельность оружия, ребята, 12,8 8 12. То есть мы уже на 0.06 обгоняем 140-го. Да, это немного, но это в какой-то степени решает. Учитывая, что вы знаете, на многих моментах бывает, что не хватает там полусекунды, доли секунды, миллисекунды, секунды, когда как. Идем дальше. То есть можем, давайте даже сравним все параметры. Скорость горизонтального перевода прицела. Смотрите, здесь только в СТБ. То есть, учитывая то, что СТБ это СТшка, которая где-то там ездит недалеко от тяжи, помогает отстреливаться, но у него вероятность быстро погибнуть. У нас же СТшка, хотел сказать ПТшка, СТшка, у нас СТшка кустарная. То есть, ты стоишь, пьешь чай и крутишь башней. Просто я вам сразу скажу, вообще, это просто что-то нечто. Ну, вообще, мне нравится, ребята, это просто углы поворота башни 110, да, башни крутится не на 360, это, конечно, маленький минус, но, опять же, мне это вообще не мешало никогда. УВН здесь 9.20, минус 9.20 вверх, достаточно по Берте. Играет кустов, этого с головой хватает. Сведение. Смотрите, сведение с леопардом наравне. То есть, а это много играет, ребята. То есть, вы стрельнули из-за куста, спрятались. То есть, я считаю, это вообще шикарно. Ну и переходим к самому интересненькому. 4123. Ребята, урон в минуту. Если вы играете на голде, то вы просто шьете всех и все подряд. Ну, понятно, кроме бангера какого-то там. Баджера, точнее. И Т110 Е3, понятно, это два танка, которые нужно выцеливать. Потом, по бронированию, что? У нас бронирование корпуса, кстати, не хуже, чем у многих. Смотрите, 140,
140 лоб. Леопард это ясно здесь. У Паттона немножко больше. Но Паттон это американское. Что это ж бронь, это ж металл. Это просто что-то нереально. Идем дальше. Башня, ребята. Башня тоже бронирована неплохо, считаю. 220 и 240 от объекта 140. Это же незначительно. Ну, с американской мы не будем сравнивать, потому что американцы не бронированы так. Ну, идем дальше. Мобильность здесь понятна. Мобильность сам у нас Леопард, да. Но с нашим ДПМ 633 мобильностью, поверьте, вы любого тяжа закрутите и разберете. Мощность двигателя у нас здесь, ну, как сказать. Мощность двигателя хорошая, но 55 максималка это не очень много. Но мне кажется, это достаточно. 70 это, конечно, уже прям шикарно. Ну, видите, все СТ-шки 50, 45, 55. 55 это даже хорошо. Поворот шасси здесь понятно. Тут в основном все одинаково у всех. Незаметность, ребята. Вот, мы дошли до этого параметра. Незаметность. Незаметность здесь самая большая. И, опять же, если вы ставите сюда рога или маскировку, и досылатель, кстати, то вы реально светляк, ПТ-шник, я не знаю, ПТ-светляк, с хорошим пробитием на голде, просто, не знаю, имбовая машина какая-то, просто экспериментировать нужно. Незаметность машины в движении 30, грубо говоря, процентов, ребята, это просто что-то нереальное. Если ЛТ-шки, наверное, процентов 35, там 34, то это СТ-шка, десятка, которая... Представляете, она реально не светится. Дальность связи, как видите, немножко хуже, чем у всех. Но это такое, знаете, поставите рога и все решено. В общем, так, значит что, идем дальше. Говорю, потому что у меня СТ-шечка, видите. ПТ направление, у меня, так сказать. Ну, как и многие вообще на СТ-шке играют, в основном стоят в кустах. Но повторюсь же, что эта СТ-шка лучше всего. С ее сведением и маскировкой, и ДПМом она просто божит. Не всегда, конечно, потому что бывало такое, что на этой карте едут зелень, ну, просто давят, рашат ЛТ-шки, все трое, двое едут, и вы просто, ну, светитесь, и вас сразу уничтожают. Так как брони здесь, вы сами знаете, нету. Так, ну чё, стоим, ждем. Видите, на в основном СТ в основном так и играют. Ну, в общем, будем выжидать. Сороковый поехал слиться. Так лучше не играйте, ребят. Так, получил плюшку на 800. Вот видите, он светится, а я нет. Не могу понять почему, хотя я больше выезжаю по корпусу. Там ЛТ-шка стоит. Сейчас я засвечусь, смотрите. О, видите? Я уже отъехал сколько метров, и я потом только засветился. Ну, ЛТ у нас, как обычно, тупое. Это классика. Куда ты поехал, ты имбецил? Цель захвачена. Это я подкручу. Отмена цели. Видите, даже не засветился, ребята, за кустом. Ну, так вот.
Так вот, меня светят. Я так понял, сейчас я туда буду делать ноги. Ой, это было зря, это было зря. Так, ну там пол команды нужно делать ноги. Если бы я не стрелял бы, я бы насветил бы больше. Сейчас заряжу голду, надо добить его. Все, можно назвать под калибр и зарядить. Все, мы уходим дружественно туда. Дружненько уходим, потому что здесь вся команда. Счет, как видите, 4-1. Уже разница в 3 танка. Конечно, тут еще постоять. Но в основном такие вот дефы заканчиваются сливом, потому что ну некому танковать, некому подсвечивать. Особенно когда танки тяжело бронированные. Просто слив. 650 урона у нас стрелял мало. Я считаю, на 10 уровне танки нужно носить 3500, где-то в среднем урон 3500-4000. Ай, промах. Так, куда ж снаряд летит, вы видели? Бывает, бывает. Я бы, конечно, попробовал подсветить, но там 2 ЛТшки. Вот у врагов 2 ЛТшки, ребята, а у нас ни одной ЛТшки. Вы видите, такое западло. И такое всегда случается. Я не знаю, как у вас, но у меня это такое в основном постоянно. Как бы ты там ни играл, как бы там ни пытался, ни старался. О, смотрите. Цель понятна. Все. Автоприцел сделал. Добавлю в все, просто автоприцел нажимаете, и как видите, как только выравнивается враг, все, можно сразу стрелять, и вы однозначно попадете. Я вам, даже по колесникам. Это уже проверенная техника. Может быть, кто не знал, может быть, кто знал, но... 60 ТП, не едь, ты же шотный, лучше вообще его уйди оттуда. Так, попал в кого-то. Труп поехал. В кого-то попал. Разрешаю плакать. Второй фраг. Так, ну заходит уже со всех флангов. В общем, вот такой вот геймплей на этом танке, ребят. Помогаем, 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 ребята, помогаем. Критка, давай. Опять нет пробития. Не пробил. Плохая девочка. И вот так, ребята, стоите и накидывайте по КД. Ну, сейчас меня засветят, конечно. Видите, я даже не засветился. Ну, все, что мог, сделал, ребята. В общем, такой вот обзор на танк у меня. В общем, такое мое мнение, ребята. Советую вам поиграть, попробовать на нем себя в рандоме. И, в общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк.
и не, под... и не забывайте подписаться на канал. Все, всем пока.